многие владельцы Range Rover в кузове L405, а в простонародье Солга, сталкиваются с проблемой некорректной работы доводчиков задних дверей. Лечится это очень просто, причем оригинальными деталями. Вот такими бабышками с оригинальным названием «динамические изоляторы сгиба». По-правильному, для их установки надо сверлить дверь, но мы придумали, как избежать этой неприятной процедуры. Выглядят они вот так. Благодаря ним все доводчики всегда будут работать корректно и не доставлять вам никаких хлопот. Приезжайте к нам, мы исправим любую проблему с вашим автомобилем. Всем пока!